Пенсионному фонду Российской Федерации 20 лет. Отмечать юбилей в Зареченском отделении решили всем коллективом. Специально для сотрудников Пенсионного фонда была подготовлена праздничная программа. В Малом зале Дворца культуры «Современник» царила дружеская атмосфера. В адрес виновников торжества звучали теплые пожелания и поздравления. Вы работаете с самой трудной, самой незащищенной группой населения, с пенсионерами, с инвалидами и другими людьми. От вашего труда, от вашего отношения к делу зависит то, как эти люди чувствуют себя в жизни. Желаю вам удачи, успехов, здоровья. Мне известно, сколько труда вы вложили, как вы любите свою работу. Хотелось бы сказать вам всем спасибо за работу, за ваше уважение ко всем, кто к вам обращается, за вашу помощь, за вашу квалификацию. В настоящее время в Зареченском управлении Пенсионного фонда трудится 49 человек. Их постоянные клиенты – 18 тысяч пенсионеров Заречного. Кроме этого, сотрудники Пенсионного фонда работают и с гражданами, застрахованными в системе государственного пенсионного страхования. Таких свыше 50 тысяч человек. И, конечно, среди клиентов свыше 700 владельцев сертификата на материнский семейный капитал. Каждый год перечень задач сотрудников расширяется. Нововведение 2010-го – администрирование страховых взносов. По словам начальника Пенсионного фонда Александра Журавлева, его подопечные – высококвалифицированные специалисты. Поэтому и справляются со всеми поставленными задачами на отлично. Я сегодня хотел бы еще раз высказать вам слова благодарности за то, что вот те функции, которые возложены на нас, они выполняются профессионально, качественно и своевременно. С праздником вас, здоровья, личного счастья и хорошего настроения. На торжественном мероприятии лучшим сотрудникам Зареченского управления Пенсионного фонда были вручены почетные грамоты главы администрации города Пенсионного фонда России. Свои подарки, вокальные и танцевальные номера подготовили и юные зареченцы. Елена Степкина, Олег Хабибуллин, телерадиокомпания «Заречный».